Меня зовут Анжелика Десяткина, я из города Караганды, мне 24 года. Я поступила в Нанчан с целью, изначально изучить китайский язык. Все очень здорово, мне очень нравится. Имею уже там 3 диплома, учась, большой опыт в образовании. Это действительно то, что нужно, то, что в жизни пригодится. Порой мы учим что-то ради какой-то бумажки, не знаем, да, нужно нам это или нет, но китайский язык — это билет в будущее, билет в жизни. То есть китайский пригодится везде, в любой работе, в любой стране, в любом городе. То есть это международный билет по всему миру. Первый день был очень насыщенный, конечно. Очень интересно, что мы едем группой. Нас 4 десятка человек, да, почти 5 десятков. И то есть все такие разные, все очень интересные люди. Там у нас была группа, один мальчик фокусник, другой музыкант. То есть это опыт не только международного там, общения, да, то есть это опыт общения с разными личностями, и ты воспринимаешь каждого человека как учителя. Ты берешь от него что-то, даешь ему что-то. То есть это замечательно. Приехали, мы убежали, конечно, там у нас рейс, это все было очень весело. То есть первый день был очень насыщенный. Убирались мы до 5 утра, там все расставляли, там все себе. То есть каждый создавал уют у себя, обменивались чем-то, помогали друг другу, распределили обязанности. Утюг, ты чайник, ты там будешь кастрюля. То есть все это потом вот так вот. Это очень интересно, и я думаю, это поможет нам быть готовым к жизни, как волкам. Китайцы, они очень отзывчивые. Они, конечно, другой совершенно народ, но они очень трудолюбивые. Они всегда помогут. То есть у нас есть девочки-волонтеры, которые с радостью во всем помогут, и на раз думаешь, мы, наверное, вас уже замучили. Нет, они сами прям рады помочь, и это видно, что они делают это с энтузиазмом. В какой-то магазин куда-то пойти, если вы берете какую-то электронику, то хозяин магазина, у нас был такой случай, что мы взяли интернет-роутер, подключить Wi-Fi, и продавец, там был, получается, хозяин магазина, и он с радостью согласился нам его установить совершенно бесплатно. То есть они всегда рады помочь. Chinese KZ.